Ильяс Баташев из Карачаево-Черкесии против Ибрема Шахаева. 18 и 17 лет, соответственно, спортсменам. У Шахаева базовый стиль значится бокс. Указан у Баташева ММА. Это уже 9-й поединок нашего вечера. Напомним, что запланировано всего 12 боев. Ну и вот хотелось бы, чтобы несколько слов о своем подопечном нам сказал Зелимхан Хаджиев. Ну, Ибрагим, у него очень ярко выраженный борец. Хотя указан как боксер. Да, его указали как боксер. У него руки ему еще поставили не очень хорошо. И он себя очень хорошо чувствует в борьбе. И грэплинг у него очень хорошим, на высоком уровне. Что он сейчас нам продемонстрирует. Пока что пытается вытянуть его на болевой Баташев, но освобождается наш спортсмен. А перед этим ему удался хороший бросок, несмотря на то, что Баташев держался руками за сетки, за сетку. Вот, выход на болевое. На скручиваем пятки, хочешь выйти. Теперь уже обоюдно скручиваем идет. Это один из самых сложных приемов, да, скручивание пятки. Потому что скручивание пятки очень, да, энергозатратный прием. И в ранних там порах, вот где-то 2-3 года назад, этот прием практически на всех так срабатывал. Теперь уже нашли против этого приема там всякие фишки свои. И этот прием уже легко как уже сделать на всяких бойцах получается. Ну да, действительно, очень часто мы наблюдаем, что обоюдный как раз-таки с скрученным пяток пытается провести спортсмена, но при этом оба от них достаточно успешно уходят. Но пока что вот продолжает доминировать именно в борьбе наш спортсмен Ибрагим Шахаев. Достаточно активен он. Пытается носить удары, но вот в данный момент его вяжет. Ищет для себя выгодные позиции и в момент бьет руками по корпусу и по голове. Попытка выйти на болевой. На болевой, на руку. Так называемый рычаг локтя. И все, он проходит удачно. Одерживает победу еще в первом раунде. Ибрагим Шахаев, Зелимхан, как нам говорил, что у него отлично развита борьба и очень хороший грэплинг, что он нам и продемонстрировал. В первом же раунде Ибрагим Шахаев одерживает победу над Ильясом Баташевым из Карачаева-Черкесии. Напомним, это был 9-й поединок этого вечера, и нас ждет противостояние Арсена Качкарева и Ахмеда Гакиева. В этом бою на второй минуте 57 секунде первого раунда болевым приемом на руку победу одержал боец клуба «Ахмат» из Чеченской Республики Ибрагим Шахаев. Друзья, и аплодисменты его сопернику.